Всем привет. Мы сейчас идем в парк, который называется орнитологический. Вот, мы решили дойти туда, посмотреть, что там, да как, погулять. Сегодня день такой хороший. Ух ты, он еще и бесплатный, представляешь? О, нифига себе! Фильм я такой смотрела как-то. Называется «Белый олеандр». Цветок ядовитый у этого растения. Не знаю, как. Гибридный, наверное. Не ядовитый, а белый ядовитый. Парк огромный, я вам скажу. Вход бесплатный. И... растений много, птиц еще пока не видели, правда? Ну, наверное, увидим сейчас. Не зря он орнитологический парк называется. Очень приятное место для прогулок. Мамочек очень много с колясками здесь, с детками гуляют. Уточки! Что-то хромает уточка. В общем, этот парк компенсирует негативные воздействия Олимпийских игр на окружающую среду. Олимпийских игр? Наверное, строительство, которое здесь развернули из-за Олимпийских игр, компенсирует. Негативных воздействий игр. В общем, здесь очень много видов птиц. Написано, что зафиксировано присутствие 181 вида птиц. Из них прилетающие, улетающие, некоторые постоянно зимующие. То есть где-нибудь в Монголии они такие летают, летают. И в какой-то момент, поехали на нашу зимнюю дачу в Сочи. Зимовать. И прилетели. Блин, классный парк. Здесь очень приятно находиться. Утки мои. Притаились, на солнышке прилетели. Да, можно ходить вместо пляжа. Тоже такой релакс добавляет. Пруд! А, это здесь написано не плавать, а не рыбачить. О, смотри. Аллея заложена в честь десятилетия создания Федерального агентства водных ресурсов. Аллея. Это вот это, что ли, аллея? I'm living in shadow. Ну вот, Макс аллергия началась. Ой, у меня что-то тоже Макс. Вот.
груша кавказская. Красавец какой, крейсер «Аврора». Ох, какой красивый. Сердечком смотри такой. Как будто их два. Крылья так сделала. Гуся, гуся, осла, осла. Ромку так цапал. Да? И меня цапал, не помню. Где-то кормили, короче, голубей. Ага. Ой, лебедей. Ага. И он, короче, как цапнет, там клюв на них здоровенный. Что такое? Лапы. Ни хрена себе. Да, там ласта, смотри, как. Вот. God, what did I know? What did I know? I fell for fools. Gold, I fell for fools. Gold, what? Вот орнитологический. Орнитологический парк. А вон наш отель. Отель Русь. Очень красиво. Водная гладь, дома эти, там вдали горы. Слизь. Че ты ржешь? Да это за Инстаграм. Ты... Надо что-нибудь сказать на камеру еще, да? Скажи. Ребята, я бы не хотел оказаться в этом семействе. Вон там другие какие-то гуси. Пожалуйста, не кормите птиц. Мандаринка. Это может привести к их гибели. Мандаринка? Мандаринка. Ну, где не обитает Япония. Владивосток. Ой. Какие вы красивые мандаринки. Ой, а вот это какая-то не похожая на них. Что-то они разные все. Может, одни маленькие, другие уже такие большие. Одни такие яркие, красочные. Другие такие серенькие. Вот это гуси. А тут табличек нет. Смотрите, какие красавцы. Очень интересные птички, такие хвосты у них. А еще здесь вот такие вот забавные курочка и петушок. Я не знаю, видно их нет, но у них на лапках перышки. Такое ощущение, как будто они в каких-то прям сапожках таких пушистых меховых ходят. Ой, солнце печет, я ничего не вижу. Не знаю, как это камеру передает. Но они такие какие-то необычные. Thank you.
опять в орнитологическом природном парке. Только теперь у нас есть штука, которая пришла нам недавно. Совсем недавно, и теперь наши видео станут четче, плавнее. Мы купили, блин, стабилизатор наконец-таки. Макс, ты рад? Поверни на себя и покажи людям, как ты рад. Я рад. Вот, и теперь надо с этой штуковиной разобраться и к ней привыкнуть. Макс уже более-менее, я пока ее в руках... Ой, мне дают ее подержать. Она будет за мной идти? Очень тяжелая хреновина. Макс со мной бегает. Какой шайтан-аппарат. А, на крошке. А, девочка покормила лебедушка. Голуби пытаются утащить хлеб. И они подпрыгивают. Приблизь к нему, он тебя тоже будет плевать. Там к еде он не пускает. Ты меня снимаешь или гуся снимай? Я гуся снимаю. Гуся снимай. Вон того снимай. Это не гусь, это лебедь. В общем, в прошлый раз у нас разрядилась камера, и я половину парка не сняла. Ну, не половину парка, но какую-то часть не сняла. В общем, здесь есть еще кролики. Так что здесь не только птички. Вот. Тут целый вот такой вот круг посередине парка. Ну, не посередине, в общем, в парке. Есть такая зона кроличья. И тут такие маленькие засранцы бегают. Ямки роют. А еще здесь есть попугаи, но они уже в клетке. Кстати, я сейчас покажу, какие виды птиц здесь есть. Тут есть стенд, который я тоже не успела снять. Вот там написано, какие птички здесь обитают. Смотрите, еще гранат здесь растет. Вот это, да, наверное? Класс. Гранат. Давно не ела гранат. Ой, это кто? Не помню. А, это птицы с длинными хвостами.
Тоже я не знаю, успела я снять, не успела. Там, значит, есть петух, просто обычный петух. Вот какая-то вот голубка беленькая. И какие-то птицы с длинными хвостами. Смотрите, какие они красивые. Давайте поближе там пойдем с той стороны. Это, наверное, вон тот красивый, это, наверное, самец. А это самочки. Ох, какой важный. Смотри, уши такие у него. А у петуха, кстати, необычные ноги, они все в перьях у него. Они такие мохнатые, он как в угах ходит. Пушистый. Вот, поднял лапу свою. А, яичко! Ой, класс! Курочка, петушок и яичко. Мне кажется, это... Молодая семья. Может, это и не их яичко? Мне кажется, это не куриное. Настоящее яичко. Да, муляж типа? Ну, где-то там какой-то пластмассовый яйцо. Ну, ладно, ну, ты же не знаешь, какие у этих птиц яйца. Здесь пока я не увидела ни одной птички, которая находится в парке. Ой, смотри, какой классный тоже. Турухтан. Красавец. Во-во-во, смотрите. Так, вот эти вот есть, вот эти две кряквы, прям вот одна и вторая. Вот это они, их, наверное, сфотографировали. Вот они там на входе в парк. Это попугайчики. У них там домики, деревья. На море пойдем. Кстати, в вечернее время здесь вот эти вот фонари все, естественно, загорают. А парк в летнее время, сейчас уже, я так понимаю, летнее время наступило, или весеннее, не знаю. Лето, может, до 8 он вообще будет работать. Но вот мы в прошлый раз были когда? До 6 работали. В будни, выходные, а сейчас вот до 7. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ну и комментарии хорошие, не забывайте оставлять. Times.
просмотр. До скорых встреч. It's cold as December.